Дорогие мои, всем здравствуйте. А вы видите, я пеку блинчики. Уже все последнее допекаем. Сегодня родительская суббота, троицкая суббота. А вы знаете, как праздник, я всегда пеку блинчики. И свечку зажигаю. Добрыню вот таких маленьких не пекла. Вот таких. Маленький, красивый ребятёночку нашему маленькому, самому маленькому. Вот, сейчас пойду. Я думала, строители не приедут сегодня. Они приехали. Пойду сейчас их угощу, чтобы поминали наших родных. Вот. Вы мне там пишете, что я постоянно говорю, где нахожусь. Ну, когда не скажу, люди спрашивают. Когда говорю... Вот зачем говоришь? Мне, знаешь, как под вас подстраиваться. Вообще. Не. Все-таки скажу. Тамбовская область, Староюрский район. А потому что мне потом узнают, что с Тамбовской области, а с Староюрского района. Когда еду в район, то, что меня смотрят. Так что, дорогие мои, поминаем своих родных. Всем Царство Небесное. Вот такие дела. Так, ну все, сейчас буду дальше чем. Сегодня нельзя на огород ничего делать. Ну, я не знаю, мы сейчас на Добрыне. Миш, если свозит нас, свозит. Я не свозит, то на велосипедах сядем и поедем на кладбище. Надо на кладбище порядок навести. Я сегодня с утра послушала. Рассказывает, что сегодня надо ездить, убираться на кладбище. Поминать надо. Так что, дорогие мои, поминаем своих родных. Блин, опять ты уволишь. Будь здоров. Дождались, пока Добрынь проснется. Едем на кладбище.
Я думаю, говорю, на велосипедах, но Михаил жарится. Какие велосипеды, ё-моё, 5 километров, блин. Опять добрый не вносит пес. Смотрите, опять комментарии отключат. Люди, добрый, на ютубе не отключай, а пожалуйста. Не снимай его. А я не могу так. Так что едем, убираться надо. Но там я снимать ничего не буду. Главное, съездим, уберемся. А то живем почти рядышком, а перед Троицей, скажет, даже не убрались. Вон тоже едут люди, наверное, тоже с кладбища. Тоже убирались. Или уже веток наломала, нарезала. Сейчас поставлю. Тяпка, бутылка с водой. Он покакал, мы ему жопу вытерли. Так, а чем вытирали? У меня салфетки. Ты покакал, добрый? Ого, приспичило. Не, ну и хорошо, что-то. Ну да, он только проснулся в 11 часов. Я говорю, зачем? У нас руки есть там. Ну да, а то у меня руки грязные были. Слава богу, все, гора с плеч. А то там у зятя бодрю дофига было. И у тетки опять. Я как к тетке на могиле подхожу, так вспоминаю, сын. С дочерью продали за 400 тысяч землю ее, и все, и смотались, и никого ничего. Даже так пыль что... не села. Вообще, и я вот прям убираюсь, а сама переживаю. Ну, мне тоже нервничаю, то за такие деньги можно было 60 тысяч потратить, чтобы что-то положить там. Ну ладно, бог с ними, над ними, как моя сестра скажет. Все, едем домой, слава тебе, Господи. Не, если бы мы поехали на велосипедах, конечно, Добрин меня бы замучил. Он не доехал, ветер вон сильный. Сейчас Сашка рассказывал, говорит, я на велосипеде везде езжу, а этот раз нет. Поля у нас. В тот раз, Добрин, мы едем на речку, он говорит, пшеница, Юрген не знает, что это такое там. Ее сейчас не пойми уж, пшеница или пшеница. Пшеница была? Да. Точно? А ты откуда знаешь? Ты что, у нас агроном? Ты он у нас понимает, агроном? Что вы. Я тоже даже согласен. Правильно, ты молодец. Вот я скажу, это не пшеница, правильно? Это соя. Во. А пшеница, вот она. А мне кажется, это ячмень. Ну пусть он будет ячмень, но все равно пшеница. Так что, дорогие мои, все, управились, едем. Ты раз была, я тут работал. Теперь тут одни яблони. Тут одни бадры. Один бадр. Тут была бригада. А сейчас все. Теперь бригада в другом месте. А почему тут убрали, а туда сделали? Да потому что ходить далеко. Тут наоборот, туда дальше. А, воровать, наверное, чтобы. А там тут и воровать нечего было. Мы с тобой, помнишь, один раз зерно воровали? Помню. Чуть ли не по-пластунски ползли. На рацию говорит, да. Зачем, а дура? Он... Сейчас приедут менты, блядь, ласты назад. Да что, это был 100 лет, пусть докажут, где у нас зерно. Да, мы его стравили. 100 лет назад. Там вон даченьки приехали. Да, она хотела к тебе приехать. Прийти. А, прийти, да, ну пусть приходит. Вот это? Вот. Миш уже всем знаком. Не то слово. Она не такая и старая. Не такая молодая, не такая она старая. Внучка. Это смотри. Ты не... это. Чего это? Из коляски скоро достану.
чего достанешь? Девушка себе. Ого. Дура, блин. Дура, дурня, дура. Едем по селу. Гляжу, вам, может, у кого цветы какие красивые поцыганить. Нет ни у кого ничего такого нормального. А. У меня сейчас спина стоит. Кто стоит? Сгорит вся спина. От чего? Спина сгорит? Да нет, ты что? Ты чего? Просто это горячее, это как ее? Сиденье. Сиденье. Тебя надо еще жарить и жарить, чтоб ты сгорел. Да не, Люб сегодня сказал, Варь, ты погляди какой. Кто? Загорелый. Ну правильно. Он постепенно загорает. У него то в тенечке, то в этом, то в тенечке, то в этом. О, блин, какая терраса красивая стала. Барову это сделаю. Бабка опять на велосипеде. Ой, что это, Варь, поедем в магазин? Зачем? Вот надо. Зачем надо, не знаю. Едем. На речку сегодня нельзя. Я читал, что сегодня не купаются. Так что нечего. Так что в магазин зачем-то едем. А мы в дороге, а мы в пути. Да, Добрынь? А мы в дороге, а мы в пути, да? На улице тепло. Солнышко. Жарко. Едем назад. Закрытый ларек. Магазин он сегодня у нас короткий, до 2 часов. Большой. А это чуть закрытый. Ну и ладно. Может, у кого какие дела, праздник. Так что домой едем. Значит, не судьба что-то купить ему сегодня. Мороженое есть, не значит, он захотел. Покататься. Ветер такой прям. А нам не хватило отсева. Еще вот заказали, привезли. Но мы еще заказали, потому что будем еще делать, чтобы, говорю, сразу больше не... Ну как, за машину не платить. 3000 вот с района доставка. И по 2000. От всех называется. Мужики уже уехали. Мы просто потом вот здесь вот будем продолжать делать вот эту дорожку. Вот сюда. И под навесом будем. Ну, это потом. Вот сюда не хватает отсева. Чуть привезли какой-то крупный, что ли. Да хрен их знает, блин. Сейчас покажу, что мужики сделали. Вот они уже, вот сколько сегодня, вот здесь. И вот сюда, вот, вот здесь. Ну вот мы будем продолжать туда делать. Потому что, ведь посмотреть, какая дорожка, а то там. Конечно, надо переделывать. Они даже бордюр совсем другие, чем вот эти. Сколько прошло? Да сколько? Дурь, ребят, погляжу, чем занимаются. Вы смотреть не обдерите.
как обезьянки. То руга, то поругаются, разбежались. Блин, выглядит палку вот это осторожно. Занятие себе нашли. Считай. Не лази больше туда. Почему? Ну что лазить-то? Почему лазить? Только не надо на это, Добрин. Артем, он повзрослей. А? Не надо виснуть на ней. А то стукнись об это дерево. Вот что значит ребята, да? Мы лазить умеем, а ты нет. Понятно. Палку сломать до конца ее. Не ломается? Не ломается. Как? А, охренел, что ли? Всю задницу раздерешь себе. Мало ли что тебе кто что скажет. Да не надо, не ломать, вы ее не сломаешь. Так, а мне сегодня надо обязательно цветы полить. Утром наливала. Так, возим. Правда, беспорядок у нас пока, но ничего. Все вот эти штуки можно же убрать их. Ладно, сегодня нельзя. Что-то я вам хотел показать. А, сейчас лилейник вам покажу, какой еще распустился. Вот какой. Лимонный, махровый. Роза прям даже вон на земле лежит. А это что-то лилейник большой. А нет этих. Может, загустел? Да не должен. А, вон там вылазит. Роза тоже распускается. Так, ладно, поливать буду. Нагрузил целую тачку мусора. Сейчас поеду отвезу. Дорогие мои, везу мусор. Нагрузил. Ну, показал вам, нагрузил целую тачку. Миш просидел, хрен поехал. Смотрите, какая мне футболка красивая. Остановился рассказать вам, что. Сейчас такой инцидент был. Забегает Добрыня. Плачет. Весь трясется вообще. Я, Добрынь, что случилось? Лезет, обнимает меня. Я, ну что случилось, ты мне расскажи, дорогой мой. Упал? Нет. Те стукнули? Нет. А он играл еще тут, девочка приехал к бабушке. Не мальчик, бабушке с дедушкой. Я говорю, упал? Нет.
Ну, что еще? Потом расскажу. Орёт, ну, я говорю, пойдем руки, по-моему, умоемся. Помыли руки, умылись. Ну, и, короче, говорю, рассказывай, что случилось. Пойдем в другую комнату. Пошли в другую комнату. Обнимает меня, говорит, я баб стукнул девочку. Я говорю, стукнул? Ну, как? Я нечаянно. Я, говорит, ну, просто я не хотел. Сам рыдает вообще. Я говорю, ну, мы сейчас пойдем извинения попросим, все. Он, я есть хочу. Ну, наложил я ему есть, сидеть, есть. И смотрим, собака забряхала, дружок наш. Ну, и приходит, выглянули, они пришли. Я вышла, она говорит, он меня стукнул. Я говорю, ну, нечаянно? Она, да. Я говорю, ну, он сейчас извинения попросит у тебя. Он вышел, подошел к ней и говорит, прости меня. Она говорит, прощаю. Я говорю, ну, вот и все. Дорогие мои, сколько было слез у него, сколько у него было, что нельзя трогать девочек, и он нечаянно. Вот такие дела. Ну ладно, он едет в машину. Все, я выключаю камеру. Ой, почти приехал до мусорки. Блин, тут комары. Пипец какой-то. Все облепили. Это кошмар. Как тут Иринка живет, я не понимаю. Комары страшные. Так, сейчас я покидаю мешки с с хреном там загораживают цветы. Теперь они не нужны. А тут разные бардак. Ой. Ну, вроде все. Сейчас тут подберу. Раскидали. Комары страшучие. Ой, вообще невозможно. Всю меня облепили. А мы еще с Добрыней собрались. Нам надо за яйцами съездить. Татьяна со Спасск привезла яйца. Написал, говорит, придите, заберите. А время же... А? Да, по прямой поедем. Сейчас мы с ним съездим, заберем, а потом уж мыться будем. Поужинать поужинали. Друзья, дорогие мои, всем пока-пока, мирного неба, позитивчика, с праздником всех поздравляю, всего вам хорошего, я доброго. Пускал. Добрыня показывать не буду, он в трусах. Дай мне поливок. На, то у тебя поливок. Ты почему дверь не закрыл, сейчас мухи? Вот взял, налил, ну посмотрите, налил, и все. Так, ну вот и прошел наш день. Очень быстро. Очень быстро, что было интересно и неинтересно. Обычный наш деревенский день. А, вон там еще один цветок, наверное, не полила. Или полила, что ли, я его забыла. Так что всем пока-пока. Всех вас обнимаю. Ваша Галюня. Пока-пока-пока. Кошка. Ну, если... Есть желание, поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите нам комментарий какой-нибудь. Мы будем очень рады. Заранее спасибо вам большое. Ну вот Добрыня мне еще подсказал, говорит, баба, ты говорила, досмотрите видео до конца. Это когда начало надо говорить, да? Да, вначале теперь будем так говорить. Досмотрите видео до конца, что-то будет интересное, да?